Кроме бюджета, парламентарии рассмотрели еще почти 40 вопросов, как изменится региональное законодательство в подборке Токмины-Тынысовой. Депутаты Законодательного собрания Омской области приняли к рассмотрению изменения в закон о штрафстоянках. Если раньше машину увозили на эвакуаторе, и пока вы искали деньги, чтобы заплатить штраф, копился долг за место на спецстоянке, то теперь, обещают в Министерстве транспорта, автомобиль можно забрать сразу. Вас совершенно законно штрафовали, вы стояли под знаком. Отвезли на штрафстоянку, вам посчитают транспортировку, доставку, время нахождения на стоянке. Если вы следом приехали, вы можете забрать сразу немедленно, но штраф уплатить после. Кроме того, и это очень важное дополнение к закону о капитальном ремонте, в список объектов, которые можно реконструировать за счет средств, собранных жильцами, добавили мусоропроводы. До этого даже не было определено, за чьи деньги их нужно восстанавливать. Также народные избранники рассмотрели обращение к руководству «Газпромнефти» о перераспределении налогов. О возвращении всех денег с прибыли нефтезавода в Омскую область парламентарии не надеются, но предполагают, что компания вполне может платить налогов больше. Ведь заксобрание региона тоже во многом шло навстречу «Газпрому». Строится новая остановка на нефтезаводе. Огромная инвестиция, там порядка 100 миллиардов рублей. И мы дали льготу по налогу на имущество. Это по простому подсчету 2%, около 2 миллиардов получится в год. Это значительная сумма для омского бюджета, и хотелось бы ее за счет прибыли возместить. До Нового года парламентарии надеются сесть за стол переговоров, в которых примут участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, правительство Омской области и руководство «Газпромнефти». Тахмина Тынысова и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.